Сколько себя помню, в нашей Еранге всегда были книги. Ни одно, даже самое чудное изобретение тангитанов не вызывало у меня такого жгучего любопытства, как книга. Волшебный кладезь, куда мог проникнуть любой грамотный человек. Прерывая чтение, я смотрел на бегущие в вышине легкие облака и грезил о далеких землях, о том еще невиденном мною мире, и замиранием сердца думал: неужели когда-нибудь в далеком будущем я все это увижу воочию? Но если не прошлое, то хоть сегодняшний мир, заключенный пока в этом хрупком материале, в белой, иногда желтоватой бумаге. Книга до сих пор для меня чудо.